Привет, лудоманы и лудоманчики. Играю онлайн-казино, депозит 20 тысяч рублей. Играть буду сегодня в игровой автомат Crazy Monkey, он же любимый мною обезьянки. Игру начну по три линии, по максбету, а там уже как пойдет, полетели. Я надеюсь, что мне сегодня фартанет, и я занесу и сделаю хороший занос. С вас, друзья, хорошее настроение, лайк на видео, ну и подписка на канал, если не подписаны. Буду очень вам признателен. Ну а для тех, кто интересуется тематикой онлайн-игр, залетайте ко мне в телегу, подписывайтесь, оставайтесь на связи. Там же есть чат, в котором я с вами общаюсь. Задавайте вопросы, если, конечно же, они у вас есть. С удовольствием на них поотвечаю. Ну и тут пишите комменты. Кто не в теме, предупреждаю, что онлайн-казино – это развлечение, это не способ заработка, это развлечение. И мой канал, он не обучающий, он развлекающий. Относитесь это к этому как к развлечению. Развлекуха. Так, ну надо, чтобы слоты-то играли. Чё-то такое. Сдуло уже столько бабла и нифига. Я, алло, давай просыпайся. Сколько он раз уже 20 тысяч не поставил, а, дурик? Дурик. Бури-бурик, дурик-дурик. Да что-нибудь. Да ладно, не может такого быть. Обезьянки. Crazy Monkey, родненькие, что с вами? Ладно, 7 линий, окей. Рубалек. Хорошечно, 5800, это уже бабки. Если бы она нас в линию доставил, это было бы 20 тысяч, а не 5. Ну давай, седьмая линия. Это же хорошая линия, играющая. Ну не 9 же линий ставить. 9 линий это ссака. Давайте, ладно, 9 линий. Раз. Так, так. Сака. Даже спин не отбили. Два. Бонус. Давай. 2500 линия сыграла. Окей. Только не дохай. Играй. Играй бонус. Блин, дурак, не поставил бонус. Ё-моё. Вот еще одна линия на 20 тысяч была, не доставил. По пятой. Рубалек. Двойка, ладно. Это здесь пробивается двойка. Тут некоторые казино есть у меня, в которых я играю. Нифига не пробивается двойка. Двойка в двойку бьется вот так и все. Хоть ты тресни. Пиццоха заберем. Хорош. Хороший спинчик. 2500 заберем. И бонус. Давай, три обезьяны. Три. Раз, два, три. Ну. Радость. Ну, гну баранки. Вот этих крэзиманчей поставь. Поставь крэзиманчей. Ну, блин, это такая надежда была у меня. Прокатились мимо, Гаврилы. Да есть же, только хотел ставку менять. Ребята, это занос. Ставьте лайк, аурите. Это занос будет сейчас, смотрите. С Богом. Три, отлично. Если было бы 40, то было бы вообще супер. Но дальше было по башке и по башке. Отлично. На проход идем, на проход. Главное, чтобы там угадать.
Хорошо. Не надо. Ну такого не бывает. Да есть же. 3-3-3-3. Вот так. Точность вежливых вежливость королей. Помните, как у лихие 90-е реклама была по телеку? Ну 10 тысяч, ребят. Лево-право, право-лево. Не знаю. Налево мы не ходим, пойдем направо. Эй, блин. Гадость. Дала проход и не дала угадать. Ну, ладно. Иншалла, кисмет. По 7 линий. 2000. Четверочка. Заберем-ка мы четверочку, ну и нафиг. Что-то я Славик очкую. Еще 2000. Мне кажется, он сейчас даст бонус, но уже не по 9 линии. Ой, хорошо, 10 тысяч есть. Ну и двойка. А в этом казино двойка бьется всегда. Я знаю это, 100%. Всегда, всегда, всегда. Вот в других казино двойка бьется в двойку, а здесь всегда бьется. Видите, 20 тысяч. Все, сюда, вот это уже бабки. Еще двойку, дай одну. Пятерка. Ну, если бы я был отмороженный на всю башку, я бы, конечно же, пятерку пробил. Пятерку пробил бы в четверку или в тройку, например. И 20 тысяч мои бы, знаете, где были? Все правильно, в мусорном баке выкинуты. А так мы просто заберем, сделаем хитро. 38 тысяч, депозит 20-ка. Это ли не сон? А? Теперь снижаем ставочку и просто добиваем до бонуски. Добиваем до бонуски. По третьей линии. Давай, родной, ты можешь. Я верю в тебя. Он может дать бонус. Гаврила этот. Раздраконили мы его. Давай, 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 накидывай. Ну не дохай, гадость. Не надо дохнуть. Так, 1000. Заберем. Ну вот две обезьяны было. Он что ж ты третью не поставил? Дурик. Картонный. Ладно, по первой линии, наверное, будет бонус. Раз по третьей не хотим. Тут надо угадать, с какой линии он даст бонус. Третью мы крутили в начале игры. Нифига нам ничего не дало. Может сейчас даст? Ну хотя по первой линии бонуску накинь. Ну на, ты можешь накинуть. Ну, да блин. Двадцатка пролетела, проехала перед носом. Проплыла. Ладно, покрутим еще. Ну должен же поставить. Ну блин, ну выставляет же хорошо. Ну поставь ты, ё-моё, вот этих вот поставь на двадцатку. На десятку что-нибудь засунь. Ну давай. Ну бонус можешь поставить по первой линии. Ну для красоты же. По девятой и по первой. Но это же выгодно. Ой, дурак. Ну прокрутил. Ну, эх. Заигрался я. Ну давай ты ставь, вон хорошие. Ну есть же, вот он, ребята, есть. Я же говорю даст, говорю да, значит даст. Красота. Девятая линия проход, первая линия проход, да? Умножь на 40. По башке это не надо. 26, пойдет. 2600, это бабки, это по башке следующая. Да, ну, мог бы на 47, там, на 50 умножить. Ну ладно, все. Гештальт закрыли? Закрыли. Все нормально. Ой, дурик, ну опять не поставил 3000. Подровнял бы уже до 40-то назад вернул. Не хочет по линиям давать. На них бонусках сегодня двигаемся. И тут не ставит, там не ставит. Блин, задолбал реально. Ну ладно, ребят, нормально, нормально. Хорошо поиграли, я доволен. Подразнесли его так слегка. Плюс 15 тысяч. А что, тоже деньги. Дороги не валяются. Пойдет.
Выгодно, выгодно. Ой, блин, это же было сколько? Это 3 тысячи, да? 3, и здесь это линия, это 30, а здесь 1006, наверное, было. Не ставит пакость. Все, стоп, играю, ребят. Если вам понравился такой занос, поддержите это видео лайком. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Залетайте в телегу, в чат, задавайте вопросы. Общаюсь, всегда рад, с удовольствием ответить на любые вопросы, подсказать то, что знаю, рассказать какую-нибудь историю. Вам желаю фарта, счастья, любви, здоровья. А мы с вами уже увидимся очень скоро. А чтобы вам не было скучно, обязательно посмотрите вот эти два крутых ролика. Там тоже очень клевые заносы. Пока-пока.